Девочки, всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу заснять для вас маленький обзор покупок с Алиэкспресс, которые ко мне уже пришли, которые, я думаю, сейчас на данный момент актуальны. Если вам небольшой обзор интересен, то продолжайте смотреть. Итак, еще в прошлом видео своих покупок с Алиэкспресс, очень-очень удачных, ссылочку на видео обязательно где-нибудь размещу. Я вам говорила, что я заказала, ко мне идет желтая шубка с Алиэкспресс. Девочки, она просто обалденная. Фотографии в Инстаграм я уже выставляла и получила от вас много писем в директ. Настя, когда уже будет обзор на шубку, потому что сейчас вещь крайне-крайне актуальная. Так, итак, вот она моя лапочка, которая ко мне уже пришла, я ее относила, девчонки, наверное, 3 недели. К моему большому сожалению, я раза 3 попала... Не просто под дождик я попала, под ливень, ну это Санкт-Петербург, и как бы я без зонтика была, зря, конечно, ну ладно, тем не менее. Что могу сказать по ее качеству и по ее, вот начнем с размера, да, то есть это достаточно длинная шубка, вот ее качество, ее, не знаю, меха, да, вот чтобы видно было. Она достаточно плотная, видите, мягенькая. Прям такая мягкая, тактильно, она просто супер. По поводу подкладов и так далее показываю. Я ее заказывала на подкладе. Вот, к качеству я бы не сказала, что у меня есть какие-то там колоссальные претензии. Абсолютно адекватная, нормальная, гораздо лучше, чем то, что сейчас у нас продается в наших масс-маркетах. Вот, стоимость ее в районе 3000 рублей, количество цветов просто огромное, она яркая, она веселая, да, то есть вот она вот просто, я не знаю, я безумно довольна этой шубой. По поводу температуры, в плюс 5, девчонки, в ней явно жарко, вот, она на 0 до минус 10, да, то есть я ходила в минус 8 и в костюме, ну, в теплом костюме под низом, вот, я вообще в ней не замерзла. Вообще я хочу сказать, что на данный момент температура у нас не опускалась ниже минус 10 градусов, я в ней ни разу не замерзла. Вот, классная, по пошиву все супер, нитки никакие нигде не торчали, никакого запаха в ней не было. По нюансам, да, подобные вещи, особенно яркие, они могут лезть, да, то есть это как бы известная вещь. Что я могу сказать по поводу этой вещи? Когда я носила кашемировый темно-серый свитер, то есть темно-серый, ближе к черному, и черные обычные джинсы скини, да, то никакого ворса практически не оставалось. Ну, может быть, там пару маленьких-маленьких волосочков, которые вообще незаметны. Но если мы возьмем очень плотный такой, знаете, вязкий трикотаж, да, то, в принципе, первый день ничего, но когда ты проходил дней 5, то, в принципе, какой-то вот желтый ворс я вижу. То есть небольшое, минимальное облизание, да, как бы оно есть. Моя подруга заказала шубу розового цвета, вот там, кстати, ситуация хуже, поэтому по желтой могу сказать, что практически не лезет, да. Вот, для меня это вообще минимальный минус, потому что, знаете, если я нахожу на себе день на 4-5 какой-то ворс, ну, я думаю, что это ничего страшного. Вот, по теплоте сказала, по тому, как лезет или не лезет, сказала. По размеру, я заказала размер L, свитер у меня под нее легко помещается, она такая объемненькая, но оверсайз, она длиной у меня ниже колена. Я ростом 1,67 сантиметров, а в объеме груди у меня 90, по бедрам 90. Вот, то есть приблизительно элька на 44-46 пойдет прекрасно. Длина ниже колена, так что никак подстреленный вы не будете. В общем, 100% могу рекомендовать эту зайку к покупке. Девчонки, ну она реально классная. Вот прям действительно обращает на себя внимание и прям, ну не знаю, может быть от того, что я живу в Санкт-Петербурге, мне очень хочется каких-то таких ярких вещей. И к тому же, когда у них такая адекватная стоимость, и они еще и теплые, то вообще просто супер. Так, и следующая вещичка, я вообще безумный фанат рубашек. Как вы видите, на мне рубашка, это H&M, я очень люблю такие вещи, поскольку я в них чувствую себя комфортно. Я тут в Зару заходила, там есть классные белые рубашки, но что-то цена меня немножечко покусала. Вот, и я решила заказать с Алиэкспресса, заказала достаточно популярную там модель, ну как популярную, то есть там было большое количество покупок и большое количество очень хороших отзывов. Девчонки, она просто обалденная, она прям дорогая, она прям качественная по дизайну. Значит, смотрите, здесь она прошита, она по спинке широкая, здесь как защит. Она сзади длиннее, прям тут очень-очень много ткани, то есть это действительно нормальная рубашка, оверсайз, а не непонятно что. Длина рукава тоже у нее адекватная.
Спереди, вот здесь вот как-то интересно, да, то есть у него вот эти вот, не знаю, это полочки называются, да, правильно? То есть полочки скошены немного вперед, и здесь по бокам разрезы, и она впереди короткая. Хороший стоячий воротник, большой, никакого, ничего куцого здесь нет. И по качеству ткани здесь хлопок, видимо, синтетика, но в таком хорошем сочетании, что она прям плотная. Вот, смотрите, видите, она прям плотная. Это не тонкий какой-то противный полиэстер, да, это нормальное сочетание хлопка с синтетикой, какое, в принципе, и должно быть. То есть рубашка, ой, так устану, прям объемная, прям так, как я люблю. Поэтому, девчонки, абсолютно могу посоветовать вещь к покупке. Классная, была бы, по-моему, в черном цвете, я бы еще и в черном взяла, вот только была в белом. Поэтому покупка супер, не обязательно покупать в более дорогих магазинах подобные вещи. Так, ну еще одна вещичка, она, правда, совершенно не относится у нас к вещам, которые мы носим. Я заказала такую классную чехол на подушку. Вот, я заказала пробную, ко мне идут еще, по-моему, 3 или 4 разных расцветок. Девчонки, если вы видели, а наверняка вы их видели, подобные на Алиэкспресс, девчонки, берите, не сомневайтесь, классные, они такие мягенькие, они прям как махровенькие немножечко. К ним приятно прикасаться, знаете, не только рукой, но и лицом, в принципе, когда телевизор смотришь, ну, только постирать, да, сначала надо. Вот, очень хорошие, прекрасные, замечательными замочками, только они поставляются без подушки, блин, на Новый год и вообще, в принципе, для дома классно. Я раньше покупала в IKEA, сейчас буду покупать только на Алиэкспресс. И, девчонки, кстати, там огромное количество просто обалденных классных наволочек. Всегда интересные ссылки у меня внизу в инфобоксе, проходите, смотрите. А на этом у меня все, с вами была Настя, целую вас, пока-пока, скоро будут новые видео, поскольку покупки ко мне идут. Пока!